случайно не встретишь в аэропорту. Удивительно, скажи. Да, еще как. Выслушай, Тони. Тот доктор, психиатр. Он за этим стоит. Капитан. Ваше высочество. Короче, Рос дал мне 36 часов, и из них 24 уже прошло. Выручи по-братски. Вы гонитесь не за тем. У тебя прицел сбило. Скольких твой армейский дружок вчера положил? И таких суперсолдат, как он, еще пятеро. Нельзя, чтобы доктор до них добрался, Тони, нельзя. Стив, ты знаешь, к чему приведет неповиновение. И этот бой я принимать не советую. Ну все, терпение лопнуло. Чувачок! Ты крут, парень. Спасибо. Над приземлением надо еще поработать. Непривычно. Нет, костюм мистер Старк роскошный. Спасибо огромное. Так, только давай без расшаркиваний. Понял. Капитан? Я ваш фанат. Я Человек-паук. Это мы обсудим после. Привет, народ. Молоток. Подсуетился? А ты ведешь себя как идиот. Втянул Клинта, вытащил Ванду оттуда, где ей тихо, спокойно сиделось. Я стараюсь сохранить. Я пытаюсь уберечь Мстителей от раскола. Нас расколол договор. Ну, раз так. Либо отдаете Барнса, либо мы повяжем вас с копом. Еще вариант. Вас повяжут бойцы спецназа, они рассусоливать не станут. Давай. Отыскали. И Квинджет в пятом ангаре, северная полоса. Пора, Лэнг. Эй, народ! Что это было? Кэп, по-моему, это твое. Прошу. Чудесно. Еще двое на парковке, одна из них Ванда. Этих беру на себя. Роу, где на тебе Кэп? Плюс двое в терминале, Уилсон и Барнс. Барнс мой!